Я, пожалуй, брошу перечислять хореографов, так как я все-таки ни разу не угадал, и начну перечислять замечательных фигуристок. На льду француженка Лаурин Леквалье. Короткую программу она катала под композицию из фильма «Лето 42-го». Сейчас послушаем, ну, угадайте, друзья, по такому наряду. Конечно же, Мэрилин Монро. Just a dollar, he's asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, 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 dad. So I want to warn you. Though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so. Достаточно неплохо каталась Ларин. Перебралась в США она, Кори Ады. А хореографа у нее зовут Варду Рохан. Как раз. Вчера мы его видели во многих кисон-краях.
Видимо, очень востребован он как хореограф, очень у него креативные постановки, это можно заметить особенно по Джейсону Брауну. И сам он в прошлом катался не менее вызывающе и оригинально. Всегда у него было очень много находок у самого, и так он и продолжает в том же духе ставить программу уже на этих спортсменов. Стала пятой Лорин Ле Кавалье на чемпионате Европы. Пропустила вперед только наших девушек Каролину Костнер. Ну, я все-таки считаю, что изображать Мерлин Монро на льду – это безумно тяжело. Без такой фигуры, как у Мерлин Монро. Ну, а вот ребята мне подсказали во время проката, что с такой фигурой, как у Мерлин Монро, в фигурном катании делать нечего. Ну, не то, что нечего, просто тяжеловато будет, скорее всего. Это очень высокий был Луц. Да, прыжки у нее, кстати, весьма неплохие. Неплохая техника. Ну, вследствие чего, в общем-то, и пятое место на чемпионате Европы. Постановка тоже достаточно интересная. Я вот не припомню, чтобы кто-то катал Мерлин Монро. И платье достаточно удачно подобрано под саму программу. Нет ничего лишнего. При этом все так гармонично смотрится, и она в нем тоже достаточно неплохо выглядит. Ну и сам прокат получился достаточно удачным для нее. Я думаю, должна получать хорошие оценки. Да, это ее лучший результат в сезоне. Весьма неплохие баллы. Sa meilleure note de la saison, avec une note totale de 160.